Сюда без шляпы нельзя. Да не так. А вот это другое дело. Чё смотришь? А так, Кобейн. Кобейна? Да. А видел новый трейлер к «Кошмару на улице Вязов»? Нет. Надо вот посмотреть. Давай. Короче, просто пишешь «Кошмар на улице Вязов 8» и сразу найдется. Ну вот, вот, сверху. Ну, весь экран. Обернись. Ну как тебе трейлер? Круто. Да? Дашь что-нибудь еще посмотрим? Давай. А ты, кстати, заметил, что его жена похожа на мужика? Так это же есть мужик. А, ну тогда нормально. Так, что там дальше? А, вот. Тут себе принес кота в мешке. Знаешь, передавали погоду. Будет 2 сантиметра осадков. Да. Слушай, а ты за словом в карман не лезешь. Я глажу против шерсти. А тебе палец в рот не клади. Это вся история? Как-то она вообще незавершенная. Как-то ни о чем. Давай следующий. Так быстро, черт возьми! Меня прислал Фрэнки. Ты ему должен. Вообще-то это Фрэнки мне должен. А. Так и что тебе делать? Давай разберемся с Фрэнки. И что мне за это будет? Ты разве не хочешь проучить эту грязную свинью? Вообще-то он медведь. Ай, пофиг, да, я согласен. А ну что, Фрэнки, попался, будь женатик, не отдавать долги, а? Ты грязная семья. Что? Что? Ну хорошо, грязный медведь. Да. Где твой осёл, а? Где? Где? А, вот он, а. Получи. Говоришь? Он говорит, что это ты ему должен. Такое ощущение, что это видео снимали в нашей комнате. Да нет, совсем не похоже. Не смотрел в фильме, да? Там весь наполнен каким-то штампом боевика. Вообще ничего нового. Я это видел 1000 раз. Дальше посмотрим. Слушайте сюда, салаги. Вы будете делать все только по моей команде. Теперь ваши ароматные задницы в моих руках. И даже пернуть не можете, пока я вам не разрешу. Понятно? Да, сэр. Слушай сюда, салага. Скажи, я говно. Ты говно. Что ты сделал? Он же очень ранимый. Когда он был салагой, его больше всех гнобили. Я не знал. Ту-ду-ду-ду-ту-д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 у-
Ну что, кошка, вот и наш новый дом. Только свет не выключай. Да, хорошо. Это же та же комната. Фуф. Все время забываю, что у меня есть братья-близнецы. Свет? Кто там? Ты напрягал меня до смерти, что ты здесь делаешь? Я не пошел сегодня в школу и прячусь от родителей. В школу? Мужик как 20 лет закончил школу. И родители наших уже давно нет в живых. Неплохой такой стёб над фильмами ужасов. Да, я тоже заметил, что повествование фильма полностью строится на таких ложных скримеров. И сами. И настоящих каких-то монстров. Вначале зла его нет. Да, то есть. Так вот, хотя. Фильм тоже какой-то незавершенный. Семь через. Уже.